Этим блюдом украинской кухни вы сразите родных наповал. Вкусные и сытные гречишники из фарша и гречки несомненно придутся им по вкусу. Приготовьте, не пожалеете. Приготовьте в качестве гарнира картошку в любом виде, можно пюре, а также на столе не помешает остренький соус, к столу никого приглашать не нужно, все сбегутся сами на обалденный аромат из кухни. Приятного аппетита! Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Начнем приготовление с фарша. Куриное филе пропустите через мясорубку вместе с одной луковицей, фарш посолите, приправьте специями, добавьте выдавленный чеснок, гречку сварите, остудите и смешайте с фаршем. Из фарша сформируйте котлетки, запанируйте в муке и обжарьте с обеих сторон. Вторую луковицу мелко порежьте и обжарьте в масле, влейте томатный соус, приправьте сухим орегано, гречишники выложите в сотейник или глубокую форму для запекания, залейте готовым соусом, затем поставьте в духовку под фольгой на 15-20 минут или прогрейте на слабом огне под крышкой такое же время. Через 15-20 минут ароматные гречишники готовы. Вкуснее тем, кто подпишется. Вкуснее тем, кто подпишется. Вот из чего готовим блюдо. Куриное филе 500 грамм, гречка 1 стакан, яйцо 2 штуки, лук 2 штуки, чеснок 2 зубчика, томатный соус по вкусу, масло для обжаривания по вкусу, соль, сушеные травы, специи по вкусу, мука для панировки по вкусу, количество порций 5. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Жду вас снова.